Всем доброе утро. Сегодня с мамой будем садить дерево. Коля купил персик. Говорит, что проезжал, там бабушка продавала. Говорит, жалко стало, это он купил саженца. Ну такой персик, видите. Ну тут возле крыжовника, я думаю, будет хорошо. Возле сарая. Место будет прекрасное. Он как раз вырастет. Я вначале хотел вместо грушки той. Не знаю, что грушка отойдет, чи не отойдет, но я думаю, что она отойдет. Вот это как раз будет нормально. Так, сейчас будем садить с мамой дерево. Персик. Персик будем садить. А ну, мама. Ну так воно буде нормально. Ну. Та бо там ствол йде, бачу, воно йде чуть кривий. Так, ну та що я зроблю? Я ну нічого. Давай будемо засипати. Держи так. Это вже петушков нарвало. Кричить, що я не там посадив дерево. Раз нормально, персик, ничего не будет твоему крыжовнику, что ему будет? Что будет тому крыжовнику? Ничего. Будет расти той крыжовник, ничего там тени не будет, все будет хорошо. Светлана хотела, чтобы я тут посадил, тогда я буду в газоне садить. Так, мам? Я хотела себе под вікно. А мама хочет под вікно. О, Господи. Не угадишь, каждый хочет... То надо было вам садить. Чудеса. Персик, инжир. Свидеринг. Инжир. Но он такой не круглый будет, а продолговатый. Что. Ну, поставил так, чтобы оно ровно было. Потому что ствол чуть-чуть кривой. Все, мама, зробили діло. Зараз будемо яйця малювати. Будемо красити яйця. Світланка вже починає приготовлювати яйця, сподіває, для покраски. Вначале їх помоємо хорошо. Світлана говорить, що в соді мить. Та для чого їх в соді мить? Що вони такі аж грязні сильні. Ну, тут і підтримуємо в соді. Та ну закрасься, Світлана. Я ніколи в соді не мив яйця, не знаю. То, что там на упаковке пишут, то все ерунда. Оно же закрасится. Это домашнее, да? Да, это все домашние яйца. Там мне сотрудница принесла с работы десяток своих. А эти я купила в магазине. Там есть пару глобок, они продают девочки первые яйца. Я не знаю, моя бабушка, мама никогда не мыла соди, яйца, господи. Вот такое помыли. Если они грязные, то есть, а так то никогда так не делали. Светлана еще сегодня борщ сварила. О, свеженький. Все, немножечко постоят. Пойдем или поищем листочки. У нас кроме петрушки еще можно пару листочек с этого, с крыжовника и со смородины возьми. Несколько яиц покрасим так. Ну, можно так, как мы делали. И вишенку, можно. Хорошо? Вишенку, смородину, две смородины, две... Ну сейчас я нормально. Можешь малинку взять. Ну сейчас какие-то листочки понавыбираю. Да. А крапивины не нужно? Крапива. 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 Барники вот эти, да? Мы его открываем, то по идее он должен быть коричневый с штушей. Как в том году мы делали, я уже не помню. А что не помнишь, что ты не помнишь, как яйца красить? Что там их красить? Не, просто тогда, когда мы покупали, я думаю, ну что это за краска такая? А то, оказывается, обыкновенные эти сухие... От цибули листья. Да. Кстати, ничего. А нет, здесь краска. Это совсем другое. Да, ты знаешь, за это три краски. Значит, здесь красный, здесь коричневый и зеленый. То не такое, как ты покупала. Не-не-не. Это будет цветастое. Мне такие не нравятся.
Ну, а может, я пойду куплю? Кого хочешь купить? Цибули, чтобы было. У Марины нет? У Марины цибуля вот эту, что я купила. А у кожуха, может быть, и там есть, но я не перебирала, извини меня. Так, вот так мы приготовили. Я знаю, что Светлана так всегда делала. И я тоже 4 штучки таких приготовил, видите. Ну, сейчас увидим, что у нас получится. Шедевр. Минут 15 пускай покипят. Я знаю, моя бабушка так делала. Ну, конечно, она в колготке не делала, она такие в носки делала. Сейчас они покрасятся. Так, уже сварились. Да, сейчас будем открывать. Это, по-моему, мое искусство первое или нет? Моя классно получилось. Или это твое? Нет, это мое. Какая разница? Если ты первое открывала, это мое. Не, разница большая. Это то, что я делала. Не. Сверху это я делала. Точно, снизу, ну, да. Посмотрим. Сейчас мы снизу откроем то, что ты делала. Классно вышли. И лучше, чем те краски. Ну, я не знаю. Это мое. Да, это твое. Вот, посмотри, как у меня вышло. Ничего себе. Вот это у меня... О, посмотри, какое шикарное вышло. Смотри, как у меня листочек вышел. Посмотри. Смотри, листочек точно вышел. Сейчас посмотри. Мы, Андрюша, на эти шедевры делаем. Показывай. Мое наверху. Ой-ой-ой, какой у меня классный вышел. Ты посмотри, Светлана. Угу. Посмотри, какой классный. Видишь? Учитесь. Светланка, учитесь у меня. Я делала по одному. Это мое. Это Андрей. Ага, а ты по одному. А видишь, как у меня классно получилось? Ну, дай мне его хоть салфеточкой хорошо. Потом вытрем, потом. Бо оно чуть-чуть не упало и разбило бы. Еще одно должно мое быть. Не, я, по-моему, 4 только делал. Так? И вот это мое. Да. Ух ты. Ну, сейчас посмотрим, что ты там сделала. Боже, какая у меня красота вышла. Я не делала, я делала только с одним листочком. Да, видишь. Это все делал ты. Видишь, а ты кричала, что я не так делаю. Моя навилечка, ты его накрыла, с одеялом пошел, с покрывалом. Я встал с кошелки, с покрывалом пошел. Вильчик, замерз. Давай. Ну, лежал в кошелке. Светлана его, наверное, накрыла. Артист. Мы как раз убираем. А ты только один делал. Ну, я имею в виду с одним листочком. Это твое? Это все мое. О, у тебя тоже шикарно вышло. Вот это моя, вот это моя. У тебя больше такое ярко вышло. Не знаю, раньше так делали, правда? Никто теми красками не игрался. Знаешь, цибулька есть цибулька. Ты разбил яйцо, и оно у тебя... Беленькая, чистая, а та краска внутрь. Я не люблю с краской, не знаю. Особенно, когда заворачивают яйца, то вообще я не люблю. Ну, это же пищевая краска. Все равно, мне нравится больше цибуля. Как будешь красить пищевые краски? А, ты петушки нарвала? Угу. Вот, видишь, как я делала. О, у тебя тоже шикарно вышло. Да, шикарно вышло. Коля в том году делал какие-то мраморные, как он там делал, я уже не помню.
Помнишь, он делал? Это последний. Тоже красиво вышли. Ну. Ух ты. Красота, красота.